Всем привет! Вы на канале Russian Riders. Сегодня второй этап эндуро викенда. И как видите, я еду не только на мотике, но еще и на пите. Пит абсолютно новый. Скажу честно, вчера только заменил масло, дал ему поработать 30 минут, чтобы он хотя бы как-то обкатался. Больше ничего не настраивали, то есть полный сток. Поеду сегодня в классе питбайк и потом сразу там, перерыв может быть полчаса будет, поеду в классе хобби уже на Z8. Ах, красота! Пит 150 ШККС-головый, PH10, фильтр-бокс стоит такой прикольный. Вот, единственное, фильтр не снимая, не пропитаешь с ним. А это нужно было сделать, потому что гонка мокрая. Вот, 150 ШККС-головый, в принципе, этот движок мне нравится, он себя хорошо зарекомендовал. Но я думаю, что с моим весом, конечно, мне будет немного не хватать его, потому что это гонка, и нужно будет валить на все бабки. Да, это было немного опрометчиво. Ну, что поделать. Нормально. Ничего страшного. Немного скользковат грунт. Сейчас будем... Блин, очень водит. Мне непривычно часто. Да ёпта. Нет, надо ехать чуть спокойнее. Потом наращу темп. Сейчас это вообще нереально удержаться. Спокойней, на ошибках больше потеряю. Так, первый далеко уехал. Довольно-таки. Надо обгонять. Есть. Это первый или не первый? Так, это не первый. Я очень отвык от питбайковской движухи. Нет, много пропустил. Пойму, сколько вперед уехало. Вижу двоих, но мне кажется, может быть отрыв, блин. Жаль, я, конечно, ошибся там на повороте. Все, чуть спокойнее. Сейчас поеду стартовую, вот эту херню пропустил. Что было немножечко такое, типа, желание прям жестко газануть. К тому же... Первым проехал старт. Так, интересно, он первый или там еще кто-то?
все, что ли? Все, выезд на стадион. А, нет, еще не выезд. Так, еще там кто-то едет. Залепил. Ни хрена не вижу. Так вот чревато очень ехать за кем-то. Придется, наверное, сейчас снять очки. Не смогу темп выше сделать. Вот это была моя ошибка. Вот это я прям. Блин. Лапка. Надо ехать чище. Далеко я так. Блин, это. Ой, я дурачок. Спокойней надо ехать. Блин. Блин, ну как так можно было загнуть-то, а? Какую-нибудь железку бери быстрее. Вал загнуло, смотри, не могу ехать. Передача не переключается. Палку какую? Во-во-во! Тяни как-нибудь, блин. Вал загнуло. Да, блин, я вообще не представляю, как его не обломило там. Попробуй как-то выпрямить, нет? Подожди, стой, дай. Просто он на третий или четвертый. Да нет, вал, смотри, загнут. Надо сначала лапку лучше. Да лапку хер с ней, блин. Ехал там первым или вторым? То ли первым, то ли вторым ехал.
ребят, максимально неудачный старт. Сошел, потому что, блин, упал и загнул вал. Не лапку КПП, а вал. Притом он загнулся аж, блин, под 90 градусов почти. Я не знаю, как так можно. Блин, ну, пипец. Ехал вторым. И ехать надо более спокойно, блин. У бита совсем иной держак. Вот на мотике понятно, что сейчас ехал. Вообще переешься, наверное. Но держак, блин, на бите — это просто жесть. То есть вообще как по льду. Привычки нету, и вот он результат. Но на следующий год я обязательно на питбайке снова буду пробовать ехать, потому что тут очень легко.